Отражает всю жизнь во всем ее разнообразии за истекший год. Я всегда мечтал быть на его страницах, всегда мечтал как-то быть на обложке, быть рядом. На обложке даже и не мечтал. У меня обложки меньше всего волновали всегда в этой жизни, потому что я сам ходячая обложка. Популярность сейчас измеряется, к сожалению, наверное, лайками, но она настолько скоротечна, что на нее можно не обращать внимания. Кто сегодня человек года, сложно установить, потому что скорее человек недели. У меня был выбор или писать какую-то музыку социальную и делать тексты социальные, либо просто кайфовать и делать то, что я люблю. Спасибо GQ за эту награду. Мы поздравляем Федука, друзья. Открытие года 2018. Федук! Вы знаете, вообще критерий победителя и чемпиона, наверное, является результативность его успехов. То есть, когда тебе не нужно говорить о своих успехах, они их и так все вокруг говорят. Это, наверное, критерий чемпиона. Лучшее, что было за этот год, это роль Ромы Зверя в фильме «Лето». Я считаю, что он должен ее получить. Смолов, Федук, а дальше я не знаю, кто номинирован, поэтому будем смотреть. Ну, для меня герой года, ну, наверное, главный тренер команды по футболу. Станислав Чайчесов. Мы снимаем сериал «Идешь озеро». Короткометражный сериал, каждый раз новая серия. Другим уже больше не захватишь. Как бы нужно эпатировать. Личный герой года. Вы знаете, передо мной проходит такое количество людей каждый раз, что эти люди меняются ежемесячно. Мне импонирует список номинантов, потому что он современен. Дзюба, Акинфеев, скорее всего, вот эта пара спортсменов, которые, мне кажется, в этом году очень-очень-очень много сделали для того, чтобы мы поверили в российский футбол. Человек года, я согласна, Дзюба, потому что, вы знаете, когда люди такой профессии, как он правильно заметил в своем видео, футболисты редко удостаиваются каких-то таких наград, и в этом году они действительно совершили какой-то, они совершили мотивационный прорыв.